بسم الله الرحمن الرحيم. قصص نور قصص. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Добро пожаловать на последнюю серию из цикла передач «История о пророках». Итак, мы дошли до завершающей серии. Здесь мы сделаем остановку на нашем пути. Мы начали с рассказа о пророке Адаме, алейхиссалям, а закончили рассказом о пророке Мухаммаде, саллиллаху алейхи вассалям. Мы закончили все эти замечательные рассказы и все упомянутые назидательные примеры, которые в них содержались. Пророки, которые были упомянуты в Коране, представляют собой лишь малую часть всех пророков и посланников. Всевышний Аллах посылал на эту землю огромное количество посланников. Аллах послал тысячи пророков, возможно, даже десятки тысяч, но до нас не дошло рассказов о них. Все истории о пророках стали назидательным примером для людей, и мы можем найти в них мудрость и извлечь из них поучительные примеры, чтобы укрепить религию человека, особенно во времена раздора и фитны. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Поистине, шесть толпов имана не принесут никакой пользы, пока не будет веры в пророков и посланников. Мы не делаем различий между его посланниками. Иман того, кто уверовал во всех пророков, но хотя бы одного из них оставил, будет недействительным. Мы обязаны верить во всех посланников, которых Всевышний Господь ниспослал нам. Как же красивы их истории! Как же они поучительны и назидательны! Все это мы можем найти у пророков. Пророки. Аллах сказал Мухаммаду: «Будь как пророки, которые были до тебя». То же самое касается верующих. Всевышний Аллах заповедовал им быть такими же, какими были пророки в своей жизни, в поклонении, абсолютно во всем. Они были самыми лучшими людьми, которых избрал Всевышний Аллах. Избранные, лучшие из лучших людей. Всевышний Аллах сказал о своих пророках: «Мы избрали их за то, что они искренне поминали последнюю обитель». Всевышний Аллах сделал их теми, кто живет только ради будущей жизни. Такими были пророки и посланники Аллаха. Что же может быть лучше, чем их истории? Что же может быть более красивым, чем назидание в них? Каждый раз, когда вы встречаете в Коране или в хадисе одно из имен пророка, вы вспоминаете его историю и то, как он страдал из-за своего народа, а также как Аллах уничтожил тех, кто не уверовал в него. Каждый раз, когда вы снова и снова будете читать эти истории в Коране или хадисе, попробуйте связать их друг с другом, чтобы увеличился иман, и чтобы каждый верующий размышлял над книгой Всевышнего Аллаха. В каждом народе были посланники и пророки Аллаха. Все эти истории о пророках являются самыми лучшими и красивыми историями, которые поведал нам Всевышний Аллах в своей книге. Пророки больше всех из людей полагались на Всевышнего Аллаха, потому что они верили, что польза и вред сосредоточены только в руках Всевышнего Аллаха. Все мы помним историю Ибрагима и как он обучил свою семью полагаться на Всевышнего Аллаха. Ибрагим оставил Хаджар с грудным Исмаилем, который только недавно родился в бесплодной земле, в которой не было ни растений, ни воды, ни жизни. Хаджар спросила его: «Ибрагим, почему ты нас оставляешь? Почему покидаешь?» Но Ибрагим не отвечал. Она продолжала его спрашивать, пока не спросила: «Это Аллах приказал тебе так поступить?» Ибрагим повернулся к ней и сказал: «Да, мой Господь приказал мне это». Тогда она все поняла и сказала: «Тогда иди». Это вершина упования на Аллаха. Ты должен верить, что тебя ничего не постигнет, кроме того, что Аллах предписал тебе.
كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Все пророки уповали на Всевышнего Аллаха. Когда Муса, мир ему, был возле моря, а сзади его преследовал фараон со своим войском, его сподвижники сказали ему: «Воистину, нас настигнут, ты приказываешь нам, так вынеси решение». Что же Муса ответил им? Воистину, это вершина упования на Всевышнего Аллаха. Таким же был Гуд и другие пророки. Таким же был и Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. И когда Абу-Бакр сказал ему: «Если кто-нибудь из них посмотрит себе под ноги, то увидит нас», пророк ответил ему: «Ведь мы двое, третьим для которых является Аллах». وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Такими были пророки. Вершина имана — это упование на Всевышнего Аллаха. Это наш взгляд на историю о пророках. Всевышний Аллах уничтожил многие народы по причине ослушания его приказов и противоречия его пророкам. Таково было воздаяние всех, кто воевал со Всевышним Аллахом. Посмотрите на народ Нуха, как он был уничтожен и потоплен. Посмотрите на народ Ада, как Всевышний Аллах уничтожил его сильным ветром. Посмотрите на народ Салиха, как Аллах уничтожил его страшным криком. Посмотрите на народ Люта. Он был перевернут и опрокинут. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى. Опрокинутые селения — это народ Люта. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ. Увещеватель от Аллаха был послан к этим народам, чтобы в этом было назидание для тех, кто будет после них. Каждый народ вел себя высокомерно и горделиво по отношению к приказам Аллаха, его религии и его закону. И таким было их воздаяние. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. В этом есть знамение, назидание, знак, доказательство для тех, кто боится наказания будущей жизни. В этот день мы соберем людей, и этот день будет знаменательным. Наказание Аллаха для бывших народов не было забавой. И рассказы о них в Коране не были развлечением. Это было исполнением обещания для них. Приближающийся день воскресения приблизилось. И никто, кроме Аллаха, не способен отвратить его. Неужели вы удивляетесь этому повествованию, смеетесь, а не плачете и забавляетесь? Пойдите же низ перед Аллахом и поклоняйтесь. Это обещание не было забавой. Это назидание для всех, кто придет после них из народов. Наказание Аллаха — это назидание и знамение. Также из истории о пророках мы узнали, что они были самыми смелыми из людей.
Они были героями, которых сотворил Всевышний Господь. Они были муджахидами на пути Аллаха, которые не боялись порицания порицающего. Они были наполнены истиной и не обращали внимания на тех, кто им противоречил. Все мы помним, как Муса пришел к фараону и сказал ему прямо в лицо истину, отвергнув его приказ людям поклоняться ему. Это был тот фараон, который убивал новорожденных мальчиков, оставляя в живых девочек, и требовал от людей, чтобы они ему поклонялись. Но Муса не боялся его. Он пришел к нему во дворец и сказал: «Не следует ли тебе очиститься? Я укажу тебе путь к твоему Господу, и ты станешь богобоязнен». Фараон собрал всех своих колдунов, но несмотря на это, Муса не испугался. Более того, он направил его, подчинил его истине и сокрушил. На самом деле, он был очень храбр. Он был героем, которого сотворил и сформировал Всевышний Аллах. Все мы помним Ибрагима, алейхиссалям, того юношу, который разбил и раскрошил идолов, превратив их в груду обломков. Он сам, будучи еще юным, попытался наставить свой народ. Воистину, это смелость, сила, геройство. Все мы помним народ Ад, которому Всевышний Аллах послал Гуда, алейхиссалям, чтобы он направил самую возгордившуюся общину на всей земле, общину гордыни. Гуд сказал им: «Стройте свои козни против меня все вместе и не предоставляйте мне отсрочки». Он был героем, смелым человеком. Все мы помним Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, который всю свою жизнь, от начала и до конца, провел в сражениях. И даже конец своей жизни он проводил на джихаде, говоря: «Я пророк, и нет в этом лжи. Я Ибн Абдул-Мутталиб». Это и есть смелость, героизм, подчинение истине, которую приказал всем им Всевышний Аллах. Они не боялись на пути Аллаха ни одного порицающего хулителя. Такими были пророки. Мы помним, как честь Юсуфа была очернена несправедливо, и как он был посажен в тюрьму несправедливо. Он сидел в мрачной тюрьме, но, несмотря на это, он призывал к Всевышнему Аллаху. Ему не помешало то, что с ним поступили несправедливо, что его посадили в тюрьму, не имея на то права, что он сидел в тюрьме много лет. Несмотря на все это, как мы помним, он не переставал призывать тех, кто находился с ним в тюрьме. Он сказал своим двум товарищам в тюрьме: «Арбаб мутафаррикун хайрун ам Аллах». Даватчик не скучает и не утомляется. Тот, кто призывает к Всевышнему Аллаху, будь он в тюрьме или нет, притеснен или нет, какие бы мучения ему ни причинялись, в любое время и всегда он призывает к Аллаху. Поэтому Всевышний Аллах сказал в суре Юсуф: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Мы должны делать так же, как пророки. В любом положении они призывали к Аллаху. Мы будем призывать к Аллаху. Нам никто не помешает, и мы не устанем. Нам не помешают, даже если мы будем во дворце, в тюрьме, в колодце, в пустыне, в лесах, где бы мы ни были. Мы те, кто призывает к Аллаху. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Даватчик должен призывать к Всевышнему Аллаху, как это делали пророки и посланники, в любое время. في كل أحيانهم دعاة إلى الله جل وعلا. Кто терпел так, как пророки? Все мы помним, как терпел Айюб, алейхиссалям. У него было великое терпение. Он терпел все испытания. Он потерял всех своих детей, все свое имущество, свое здоровье. Лишившись здоровья, он пролежал в своей постели 18 лет. В этот период от него отдалились его любимые и друзья. Все люди покинули его. Однако, как сказал Всевышний Аллах, «Воистину, мы нашли его терпеливым». Как прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался к Аллаху. Пророки были испытаны страшными испытаниями, но они терпели. Поэтому, когда наш Господь напоминает нам о терпении, Он приводит в пример посланников. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ
То есть Всевышний Господь говорит нам, чтобы мы терпели так, как терпели пророки и посланники. Кого из нас постигли испытания страшнее, чем испытания пророков и посланников? Вспомните Аюба, когда он был прикован к постели. Возможно, кто-нибудь из нас был испытан смертью одного ребенка и не смог вытерпеть это. Возможно, кто-то из нас потерял часть своих денег и тоже не смог стерпеть. Возможно, кто-то из нас, будучи больным, не мог вытерпеть свою болезнь. Но тот, кто вспомнит Аюба, алейхиссалям, и его испытания, которым он был подвергнут, непременно должен будет стойко все терпеть. Все мы помним слова Всевышнего Аллаха. Терпение для имана, как голова для тела. Тот, кто прочитал рассказы о пророках, тот, кто прошел по их пути и потом был подвергнут испытанию, не придаст слишком большого внимания тому, что с ним случилось. Пророки были испытаны сильнее нас, и их испытания были больше, чем все, что может нас постигнуть. Несмотря ни на что, они терпели. Терпи и ты, как терпели посланники. Мы с вами увидели, что пророки обладали самым лучшим нравом. Они были добрее всех к людям. Они лучше всех вели себя с людьми. Все мы помним, как Ибрагим, алейхиссалям, призывал своего отца к единобожию и поклонению. Его отец был многобожником, неверующим. Он приказывал Ибрагиму совершать земные поклоны идолу. Невзирая на это, Ибрагим называл его только как «О, отец! Я Абати!» Он называл его только самыми лучшими именами и самыми красивыми словами. Воистину, эти люди были пророками. У них был самый лучший нрав и самая лучшая внешность. По этой причине пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «В чем бы ни было добро, оно его только украшает. Когда же оно лишено его, то порочит его. Если человек, призывающий к Аллаху, будет грубым, то никто не примет от него его призыва». ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لو كان الانسان غليظا. Если человек будет груб и жесток призывы к Аллаху, никто ему не ответит. Все пророки были самыми добрыми созданиями по отношению к другим творениям. После того, как отец Ибрагима выгнал его из дома, он сказал ему: قال سلام عليك ساستغفر لك ربي. Все эти слова Ибрагим сказал многобожнику. Эти слова были сказаны тому, кто заставлял падать низ перед идолом. Так как же надо призывать тех, кто является верующим, но оставившим что-либо из поклонения Всевышнему Аллаху? Такими были пророки. Все, без исключения. Они были самыми милосердными по отношению к творениям Аллаха и обладали самым лучшим нравом среди людей. Мягкость, милость, аккуратный призыв. В чем бы ни было добро, оно его только украшает. Все это мы извлекли из истории о пророках. Мы подошли к концу. Начали мы с Адама, алейхиссалям, с первого пророка и человека, а закончили Мухаммадом, саллиллаху алейхиссалям. Тот, кто желает, чтобы Аллах собрал его в одном месте с пророками и посланниками, пусть совершает праведные деяния и не приобщает Аллаху сотоварищей в поклонении. Кто из нас сейчас не хотел бы сидеть с Адамом, алейхиссалям, спросить его о начале творения, о том, как душа была помещена в него? Как он был ниспослан с небес на землю? Что за история произошла, когда он был отправлен вместе со своей женой Хавой на землю? Кто из нас не захочет посидеть с Нухом, алейхиссалям, который жил среди своего народа 1000 лет, и спросить его, как он плыл на корабле, кого он посадил на корабль, как начался потоп, и как Всевышний Господь спас его? О Аллах! Что может быть лучше, чем сидеть с Юсуфом, алейхиссалям, и расспрашивать его об истории, когда он был в колодце, а его братья смеялись и издевались над ним?
Какое времяпровождение может быть лучше, чем часы, в которые мы будем воочию лицезреть Юсуфа, его целомудрие, когда мы будем спрашивать его о событиях при дворце или о том, что было и случилось с ним в темнице? Что может быть лучше, чем пребывание раба в раю милостивого, сидящим вместе с Аюбом, алейхиссалям, с пророком, с которым связывает настоящее терпение? Верующий может спросить у него о его болезни и проявленном терпении, о том, как Аллах его испытал и как он все это вытерпел. Кто из нас не захочет увидеть Сулеймана, алейхиссалям, и спросить его, как Всевышний Аллах подчинил ему птиц, диких животных, людей, джиннов, ветер? Кто из нас не захочет увидеть Яхью и Закарию, спросить их обоих о терпении на пути призыва к Аллаху и о том, как Всевышний Господь испытал их? Кто из нас не захочет увидеть Мусу, алейхиссалям, и посидеть с ним в раю милостивого возле бегущей реки, или под тенью дерева, или, возможно, и во дворце Мусы, и спросить его, как было в Египте, как Аллах избавил его от фараона, как он вернулся в Египет второй раз, и как Всевышний Аллах спас его второй раз, или как он страдал от израильтян? Кто из нас не захочет увидеть Марьям и спросить о ее жизни? Как она прожила свою жизнь? Какое целомудрие она воплотила в себе? Кто из нас не захочет увидеть Айсу, сына Марьям, и спросить его, как Аллах спас его от преступного народа? Айса был таким человеком, что люди начинали плакать, когда он говорил. Он был обладателем знамений и чудес. Когда он проводил рукой по глазам человека, к этому человеку возвращалось зрение, и он становился зрячим. Он сообщал людям о том, что они накапливали в своих жилищах. Кто же он? Это Иса, сын Марьям. А кто не захочет увидеть Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям? Увидеть его и посидеть с ним, спросить его о положении, в котором он был до переселения, и после него, спросить его, как он донес эту религию для людей, творящих зло, как он воевал с теми, кто поклонялся идолам, как он с ними сражался, как они хитрили с ним, и как Всевышний Господь спас его. Кто хочет быть с пророками, правдивыми, шахидами и праведниками? Пусть верует в Аллаха как Господа, не предает ему сотоварищей, и верует во всех пророков и посланников, не разделяя между ними. Верует в судный день, ангелов, книги, а также верует в предопределение добра и зла, и совершает праведные деяния. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Тот, кто полюбил рай и захотел в него войти, чтобы вкусить из его плодов, выпить воду из его рек, побывать в его тени, пусть усердствует и проявляет старания. Тот, кто возжелал быть вместе с пророками и посланниками, пусть совершает дела, подобные их делам, и следует им во всем. Поистине, без этого не будет успеха и спасения. Нет спасения, кроме как следования пророкам и посланникам. Тот, кто полюбил рай, тот, кто захотел быть с ними, пусть усердствует, терпит и жертвует всем, чем сможет. Сейчас мы начнем. И в раю, если пожелает Всевышний Аллах, встретимся. Астаудиукум Аллах. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. قصص نور قصص حكمة وصبر. Переведено и озвучено на студии Иман Видео. Выражаем благодарность саудийскому телеканалу Далиль за предоставленный материал. عبر وجمل قصص تدمع.